Как все-таки чудесно наслаждаться ароматом цветов, которые подарили тебе зрители. Не просто зрители, а твои поклонники после спектакля. Ох, нет чудеснее аромата. Ну да, были времена. Играл я спектакли, дарили мне цветы, а сейчас что? Кто мне дарит цветы? Сосед? Дядя Миша? Эх, ну хоть сосед дядя Миша дарит. И то ладно. Эх, мне нужно выработать план, как вернуть популярность. Так, значит, чтобы вернуть популярность, театр у нас уже есть, это у нас уже есть. Так, мне нужен спектакль. После спектакля будут приходить зрители, будут дарить мне цветы, и я снова буду вдыхать этот аромат. Так, а что мне для этого нужно? Что мне нужно для спектакля? Для спектакля мне нужна пьеса. Ага, так, пьеса. Пьеса. Так, сейчас. Надо придумать, какая пьеса. А то никакого спектакля не получится. Даже если будет театр, даже если будут зрители. А если не будет пьесы, то какой вообще может быть театр? Какие могут быть зрители? Какие могут быть цветы? Все. Пойду думать. Хватит мечтать. Подождите меня, цветочки. Я вернусь к вам.